Сегодняшняя тема. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой портал BGA. В дальнейшем инфекция у всех троих распространилась на внутренние оболочки глазного яблока, вызвав эндофтальмит. В результате один из этих пациентов скончался из-за осложнений, связанных с коронавирусом, второй потерял зрение, а третьему пришлось удалить один глаз. По словам специалистов, переход кератита в эндофтальмит встречается во врачебной практике довольно редко, и большинству людей не стоит сильно беспокоиться на этот счет. Однако выявление трех подобных случаев за столь короткий срок говорит о необходимости дальнейших исследований, посвященных влиянию коронавируса на глазные инфекции. США лидирует по росту заболеваемости COVID-19 в мире, лидером в стране оказался Нью-Йорк. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.